начала нашей поездки. Все в хлам уже угашенные, набухались. Игорь там, он что-то хомячит. Хомячит? Да. Вот, сегодня мы поехали на... Как она? Маханка, да? Монашское ущелье или что-то такое. В Талгаре. Вот. По трассе едем 110. Пробок нету, замечательно. А вот. Когда едем, так и начнем, да, записывать. Попадаешь в кадр, нет? Столовка, бар. Ё-моё, видон такой. Ха? Закашенный. Ну чё, где ты там? Зэнь. Да, я сегодня не за рулём. Да,
ты сосешься с Вовой. Пропускать тебя или что-то? Понятно. Может, здесь воздух свежий, может, окна открыть? Ты водопад убил или что? Это вот Маханка. Монахова, блин. Монахова. Водопад надо убить. Водопад, Монахова, вообще не здесь. Едем назад. Все, поедем домой чай пить. Давай здесь сейчас полазим хотя бы. О, дома, квартиры бесплатные. Надо снять. Кого снимать? Бесплатно заходи. Дома, квартиры. Лошадка хавает камни. Собственно говоря, вот мы ехали таки. Там он где-то Игорь считается. Там вон Юра. Начинается дождь, кстати. Вот. Ну, как сказать, короче. Ну, Мадео, да Мадео. Жалко, что нас не пустили дальше, конечно, на посту. Как? Чё там чей? С гор. Вся делегация идет сзади. Руки, боки, деловые. Вот. Там вон кружат что-то вороны или коровы. Непонятно, что такое жили. Здесь кто-то что-то жёг или подрывал, непонятно. Вроде камешка. Сейчас сниму ветер. Это, конечно, не сестра озера. Мы видим, это любимый бургинский решили. Ну, вот такая единица. Здесь, кстати, вот есть бесплатное жилье. А вот пластиковые окна, это поставил пластик. Но он, наверное, не пригодился. Привет. Привет. Да, всем. Конечно, красиво, но не так. Ой. Как там. Пивом уделался. Угу. Нет, все-таки Тургеневское ущелье и Сыскское озеро намного красивее. Угу. Намного захватывающе. Здесь, ну, просто вот, ну... Вот в городе Талгар, речка Талгарка течет, там тоже большие камни. И все такое, вот, ну... Ничего необычного мы здесь не увидели. Ладно, вот. Может быть, мы, конечно, зажравшиеся. Ну, хотя нет. Ну, природа, да, красиво, красиво, горы. Но такого, чтобы ах, просто нет. Ну, вот.
И опять же мы разочарованы, что нас не пустили дальше, потому что там 100 пудов было бы красивее. Там водопад. Вообще о Монаховом ущелье пишут очень много, что там красиво. Вот, как-то так получилось. Нас не пустили. Вот. Поэтому мы здесь вот, на реке. И все-таки не то. Карьер. Ну вот. Кто-то сидит сверху, кто-то сидит снизу. Я не знаю, конечно, будет меня слышно или нет из-за водопада. Ой, из-за речи. Надеюсь, что будет. Вообще человек любит же привести, смотреть, как другой человек работает. Как пишет вода. Как горит огонь. Сейчас я смотрю, как пишет вода. Успокаивает. Все сидят сверху. Наверное, снизу здесь неинтересно. Хотя один уже чувак остался там. Кстати, хороший на заднем плане. Смотрю на речку, хочется искупаться. Она холодная. 100%. Что-то там они сидят. Я не буду говорить слова полностью, потому что прошлый ролик у нас был. Там присутствовали ненормативные слова, кстати. Вот я поцарапался, кажется. Даже не заметил как. Присоединяйся. Присоединяйся! Есть очень хороший вид на заднем плане. Ну, очень красиво. Вот на той стороне реки гора красивая. Я тут это прямое включение. Фильм «Сотня», как обычно, гора Уэзер. О, продолжение. Нормально. Я говорю, вот эта гора вот единственная такая более-менее красивая. Да. На заднем плане город как город. 2045 люди избавились от андроида, все перешли на айфоны и все пересели на Кию. Сам Бог выездил на Кию, как я говорил в прошлом видео. Кстати, у меня же тоже айфон. Со стороны камеры. Как? С той же стороны. Нет, у меня внизу она. Нет. А, да? Да, ладно. Ладно, у него тоже iPhone. Кстати, начинается дождь. Я, если честно, даже не знаю, что рассказать про это место. Где здесь вода, камни, я, Игорь. И там трое, да. Вива есть с нами. Я сегодня не за рулем, мне вообще повезло. Ножки кусают. Если честно, о чем рассказать здесь? Да. Вот единственное, вот та гора классная. Как туда пройти? А туда не пройдем, а? Ну это пипец, ну обходить надо. Я сейчас покажу эту гору. Ой, я хомуха. Встать бы. Сейчас покажу.
Кстати, здесь прикольные такие цветочки растут. Сейчас я вам покажу. Из горы. Да, это фигня, мы туда не дошли. Мы наверху уже наплатили, мы направляемся домой. Кстати, здесь наверху дождя нет. Хотя мы проехали 5 метров, блин. Хочешь сфоткаться? Сейчас. Я записываю видео. Там гремит гром, у нас здесь нет. У нас здесь солнечно. Ну, не солнечно, конечно. Но небо чистое. Вот. Че, фотаемся? Смотри, что здесь, да как? Форель. Ага, форель. Или форель будет есть нас. Зато и здесь есть полянки. Да, вот здесь вот планеты. Здесь водичка. Это кто? Красиво и интересно. Там есть пойдем дальше. А? Летний занят весь, да? А, весь занят. Только вот здесь занят? Нет, мы хотели именно на летний. Вот где там бушки уже, да? Да, все занято, да? Это все жрут форы? Прикольно. Да, все пьяные буки. Да. Что? Где? Собственно говоря, здесь кончено. Так.